В 2020 год без проблем с законом. В предпраздничный период в Иванове традиционно учащаются случаи добровольной сдачи незаконно хранящегося незарегистрированного оружия. Всего за 2019 в подразделении лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии обратились 18 человек. Таким образом, из оборота изъято 16 единиц оружия, одна граната и одна упаковка взрывчатого вещества. Инициатива в данном случае ненаказуема и даже поощряется. Добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности. За каждую единицу заявителю положено денежное вознаграждение. Всего в 2019-м таким образом выплачено 76 тысяч 500 рублей. Гражданин, обнаруживший незаконно хранящиеся у него боеприпасы, должен обратиться в ближайшее отделение полиции либо территориальный орган Росгвардии и сдать их. Впоследствии ему действием будет дана правовая оценка и будет принято решение. При подтверждении обстоятельств того, что данное оружие действительно хранилось незаконно, что оно не зарегистрировано в органах дел, не имеет собственника, гражданин имеет право претендовать на выплату единовременного денежного поощрения.